Помогать ветеранам – добрая традиция Мособлгаза, ведь газовое хозяйство Подмосковья основано почти сразу после окончания Великой Отечественной войны вернувшимися фронтовиками-победителями. Собственница дома в селе Трубино, 100-летней Клавдии Пономаревой, ветерану Великой Отечественной войны, специалисты Мособлгазсервис на безвозмездной основе провели техническое обслуживание газового оборудования. ТО проведено в полном объеме, собственникам проведен инструктаж о мерах безопасности при пользовании газовым оборудованием. Проведение подобных акций не только обеспечивает безопасность использования газового оборудования, но и подчеркивает важность заботы о ветеранах войны. Ну, газ – это объект повышенной опасности. Мы очень рады, что вы приехали сегодня, все сделали нам. Вот. Большое вам спасибо. Большое спасибо, что не забывайте и не забывайте. А мы напоминаем, что диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования вентиляционных каналов должна проводиться не реже одного раза в год по установленному графику. Евгения Корысько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.